Михаил Татарский. Угу. Привет! Законченный человек, он будет мучить вас импровизациями. Дело Полоталанский. Таня. И наконец-то до нас добрались Артем Терехов. Вау! И Алексей Федяев. Первый тур, в принципе, совпадет с тем, какой у нас раньше был второй. То есть вы выходите, читаете одно стихотворение, получаете критику от любви и, соответственно, читаете что-то в ответ. Отвечаете не прозой, а стихотворением. Победитель этого тура присядет на горячий стул с рядом вопросов. Так как у нас получилось, что последнее заседание все время на стул присаживался человек, который читал последним, это получается некая привилегия. Сейчас нашим трем авторам будет предложено выиграть, скажем так, эту почетную этот номер. Еще раз напомню, у нас есть 5 человек жюри. Сейчас вам начнется стихотворение одного из них. Кто из вас кто угадает? Капитан, я пришел доложить о пробоине в трюме. Команда рвет на куски все наши надежды. С корабля ушли крысы и люди. Нас на скалы несет. Боцман повешен на рее, его сапоги будто приманка на мух. Капитан! Шлюпки спущены на воду, кориатида скоком по ходу крутит лемур. Капитан, отчего мы отправились в плавание в паводок? Капитан, отчего мои карманы набиты водой? Капитан, отчего ваше имя для всех нас окутано тайной? Отчего название судна отколото мы? Аврора, Варяг, Потемкин или Титаник? Капитан, сколько лет мы плывем и не знаем куда? Капитан, отчего чайки съели вчера рулевого? Капитан, я исток, искудал, измельчал. Капитан, отчего в этом море нет ни единого шторма? Капитан, да послушай же, дурья твоя голова. Я порву на куски этот долбанный арный парус. Тишина. В старом кресле сидел манекен. Манекен капитана, которого все так